Магадан украшают к майским праздникам. Всего повесят более 330 флагов. По проспекту Ленина 30, у автовокзала 18, на 31-м 70, на столбах 12. На 1 и 9 мая украшения будут отличаться. Первомайское традиционное шествие пройдет в онлайн-формате. Однако другие мероприятия в празднике проведут. Муниципальный оркестр проследует по главной улице Магадана. Кроме того, 8 мая в сквере Победы состоится торжественная церемония памяти. 8 мая планируется, мы так называем его День памяти, да, и в этот день планируется посещение Марчиканского кладбища, могил наших ветеранов, магаданцев, которые лежат на аллее ветеранов. И также митинг в сквере Победы, здесь перед Муниципальным центром культуры, и торжественный концерт. В Муниципальном центре культуры. Также будет открыта для посещения в Муниципальном центре культуры горожан галерея боевой славы. 9 мая, к сожалению, из-за ситуации сегодня, эпид-ситуации, не пройдет бессмертный полк, но сам бессмертный полк он состоится именно, виртуально, онлайн. В этот день пройдут у нас концертные площадки, тем не менее уличные. Также в День Победы в городе традиционно пройдет легкоатлетическая эстафета. С 14:00 до 22 часов на Магданской площади будет работать уличный кинотеатр. Также в 22 часа в честь 76-й годовщины со дня Великой Победы запустят праздничный салют.